Всем привет, с вами Давилыч, и сегодня на обзоре снова радиатор для M2 SSD, и это у нас iNeo Ice Cold M12. Кстати, данный радиатор был куплен на AliExpress, ссылочку оставляю под этим видео. Ну и в первую очередь я бы хотел сказать огромное спасибо моему подписчику Даниилу, который прислал мне три радиатора M2, которые скоро будут тоже на обзорах. Ну и я решил начать с модельки M12 от iNeo, он же Ice Cold. И это у нас вот такая вот конструкция на медной проволоке. Казалось бы, хотелось бы, конечно, чтобы была медная трубка, тепловая трубка с жидкостью, все. Но нет, здесь просто у нас медная проволока, но за счет вот этой вот ребристости, я думаю, она должна очень даже неплохо отводить тепло от контроллера в воздух. Но все это мы с вами проверим. Что касается распаковки, вы все увидели, все посмотрели, весь комплект. Конечно же, здесь у нас вот эти вот тоненькие китайские силиконовые термопрокладки, которые особо не работают. Ну, они работают, но есть гораздо лучше. Ну и тестировать мы будем, конечно же, с нашим 970 EVO Plus от Samsung на 500 гигабайт. Так что давайте устанавливать SSD и переходить к тестам. В данный момент у нас SSD Samsung 970 EVO Plus на 500 гигабайт установлен без радиатора. 53, уже 54 градуса у нас. Комнатная температура 29. Сворачиваем все ненужные нам накопители. Ну и давайте запустим первый тест Crystal Disk Mark и узнаем, какая максимальная температура у нас здесь будет. Ну и в итоге мы получаем максимальную температуру 83 градуса. Да, это температура тротлинга. И да, скорости у нас здесь уже не такие высокие, как это могло быть с хорошим охлаждением. Итак, SSD у нас установлен под радиатор M12, и давайте смотреть, что по температуре. На старте у нас 39 градусов. Запустим CPU-ID Hardware монитор, как обычно, и свернем все ненужные нам SSD накопители. Оставим только наш Samsung 970 EVO Plus. На всякий случай запустим AIDU 64, где у нас будут отображаться два температурных датчика. Ну и в процессе, в принципе, сможем наблюдать за ними. 40 уже градусов. Делаем паузу 15 минут. Смотрим, что у нас будет по температуре. Итак, за 15 минут у нас температура подошла к отметке в 55 градусов. Это без какой-либо нагрузки. Смотрим, что же у нас будет на тесте Crystal Disk Mark. В итоге максимальная температура у нас составила 67 градусов. Тротлинга здесь не замечено. Но давайте посмотрим, как разогреется SSD на тесте АТО. Итак, тест завершается. 71 градус мы видим с вами в максимуме на тесте АТО Disk Benchmark. Если потрогать трубки, то да, они у нас хорошенько так горяченькие. Сейчас сделаем паузу 15 минут, посмотрим, как сильно SSD у нас остынет. За 15 минут у нас остывает SSD до 58 градусов. Что ж, давайте сейчас начнем заполнять наш SSD и будем копировать нашу любимую папку объем 100 гигабайт. Но копировать мы ее будем 4 раза. Поехали. Первая пошла. В конце первой папки у нас 65 градусов. В конце второй папки 68. В конце третьей папки 70, но в конце четвертой папки 72 градуса, 58 на нашем радиаторе на трубке. Что ж, 72 градуса на реальном заполнении, очень неплохой результат. Ну и, конечно же, перейдем на страничку Алиэкспресса, там, где был куплен наш радиатор. Видим, что здесь у нас есть доставка из Китая, из России еще дешевле, поэтому ну, по цене Китая здесь, конечно, смысла его покупать нет. Вот российская цена, здесь уже все очень даже прилично. Изображение нашего радиатора.
Собственно, здесь у нас как будто бы используется термопаста между медными трубками и нашей площадкой. Вот, кстати, как у нас состоит, из чего и как у нас собран наш радиатор. Ну и в принципе все. Вроде как здесь больше ничего такого интересного нет. Комплект, да, дешевые голубые силиконовые термопрокладки. Что касается отзывов, у нас пока только один, но описание у нас здесь прям все красиво, все подогревается, все охлаждается. Ну вот с термопастой очень интересно. Сейчас будем, значит, проверять. Давайте посмотрим, что у нас под термопрокладкой. Термопрокладка у нас достаточно тонкая. Ну и вот она, медная пластина, которую мы сейчас с вами легко откручиваем. Так. И что же у нас скрывается под ней? Она у нас там каким-то образом приклеена, и это явно не термопаста. Наверное, какой-нибудь термоклей. Тесты сделаны, результаты получены, все посмотрели, все узнали. Да, этот у нас оказался чуточку лучше, чем недавно был BeQuiet MC1. Простой брусочек, но в комнате 29 градусов. Тогда было прохладнее 100%. Ну и, соответственно, я думаю, по паре градусов отсюда можно смело вычитать, а может даже 4,5. Плюс, к тому же, у меня нет никакой продувки, все используется на открытом стенде. Если у вас хоть какой-то ветерочек здесь будет гулять, у вас будут результаты гораздо лучше. Ну и судя по тестам на реальной записи, то есть у нас максимум нагрелся до 72 градусов, это хороший результат. Это хороший результат при такой-то комнатной температуре, и сразу же видно, что он работает, он не дает перегреться нашему SSD. Поэтому ставим в корпус вентилятор, чтобы все это у нас гонял, и все у вас будет хорошо. Да, он не лучше того же Thermalright, который с двумя тепловыми трубками, с ребрами, с множеством ребер для отвода тепла, но все же. И имеет место быть, если вы хотите вот что-то вот такое вот купить. Опять же, нужно понимать, что такие высокие радиаторы для M2 SSD вам нужно использовать, наверное, только с водяночкой, либо в нижних M2 разъемах, потому что сверху, если у вас кулер, просто кулер у вас упрется в него, и его не получится установить. Ну и подводя итоги, то есть если мы сравниваем цену данного радиатора с остальными, которые я уже тестировал, то вариант интересный, вариант рабочий, но все-таки Thermalright будет покруче. На этом у меня все. Ставим лайки, подписываемся на канал, вступаем в группу ВКонтакте. Не забываем про сайт ProSSD. Также можно сказать спасибо, купив фирменный значок ProSSD. Ссылочки на Авито под этим видео. Ну и пока-пока. Ну а для тех, кто до сих пор не знает, сколько же стоит этот радиатор, ссылочку оставляю под этим видео, переходите, смотрите, сравнивайте. Ну и огромное спасибо Данилу за предоставленный на обзор образец.